Я это расскажу. Я расскажу, почему не продает кофейня кофе, почему люди не заходят, почему продаж нет, почему все это не работает, откуда это берется и как с этим справляться. Все-все расскажу сейчас. Нет от меня тайн никаких. Итак, как продать? Итак, для того, чтобы продать кофейню, необходимо, первое, ее обвести и знать, что кофейня, она должна иметь какую-то часть. Второе, когда кофейня, как это сделать? На расстоянии мысленно необходимо обвести кофейню так, как будто эта кофейня является шаром. После чего наполнить этот шар радостью и счастьем. Радостью и счастьем, а также начать любить на расстоянии эту кофейню. Говорит, ой, как я люблю этот стол, как я люблю этот стул, как я люблю еще что-либо. Следующее, представить, будто к вашей кофейне идет большое количество путей. То есть сказать себе, пусть к моей кофейне придет много людей, которые хотят приобрести эту кофейню. Кстати, такую программу необходимо ставить каждый день. И представлять, будто очень много дорог из темноты ярких, таких белых, идет к вашей кофейне. То есть кофейня шар, к ней огромное количество дорог со всех сторон. И со всех сторон идут люди. Но это не все. Они идут, а вы представляете, будто на каждой дороге лежит узелок. И вы мысленно представляете, будто вы каждый узелок этот развязываете и отбрасываете. И таким образом продадите. Таким образом выполняйте такую практику ежедневно. Второй вариант, когда очень сложно, необходимо прийти в кофейню, сесть в кофейне, а перед тем, как зайти в нее, необходимо сказать: ой, что это за кофейня, зайду сейчас. После этого заходите туда, говорите: ой, какой красивый прилавок, ой, какой красивый потолок, ой, какое красиво то, ой, какое красивое то. Следующая.